Всем привет, мы на канале Семья Благословенна. Сегодня мы будем снимать зубную щетку. А в прошлом папа снимал свою щетку, которую он заказал в сайте Экспресс. Всем привет, с вами еще папа Эдгар. Я тут щетку такую вот заказывал. Хапика называется. Очень понравилось, и детям тоже купил. Вот приехали, сейчас будем смотреть. Хапика — электрическая звуковая зубная щетка, произведена в Японии. Ну, продано очень много. За счет работы этой щетки, систему вы можете прочитать, я в описании закину, отталкивается грязь зубная, налет и все такое. Вот, заказали тут еще детишкам. Что это такие за щетки? Это есть для взрослых, вот такие, это для мамы, получается, и мне вот еще. Такая штука нужна на всю семью одна, да? Да, тут просто насадка вот снимается. И ты еще говорил, что вот для вот этих насадок есть какая-то вот, как ставить, чтобы, да? Ну, это отдельно покупается, для насадок мест. А это идет детская. Мне интересно, что с ней? Хапика. Она вот сюда вот. Но... Сменная насадка для зубной щетки. Мягкая щетина. Вот. Для детей от 3 до 10 лет. Вот 4 штучки в упаковке. Вот это открою. Мне вообще, я в шоке. Что это за щетки такие? Пальцем следить и чистить. Нет, вот смотри, мамочка. Вот будешь зубки чистить, вот это папина щетка. Вот она включается так, смотри. Я знаю. Оп. Я уже твое видео Это мама убрала. А ты вот эту свою сверху ставишь, детская, и можешь делать, да. Вот детский, открой. Папа, можешь не говорить, как ты это делаешь, потому что я твои видео смотрю все время. Да, ну ладно. Они меньше как раз по размеру идут. По размеру меньше, да. Вот тут у них щетина вот эта керамическая. Там бактерии не собираются. Керамика на себя не собирает бактерии. Вот, видишь? Вот, прикольно. Ну-ка. И вот так нужно. Нет, вот так вот. Вверх-вниз. И массаж. Нравится тебе такая? Дай посмотри. А можно вообще снять и просто чистить? Ну, да и бежит. Можно и так, если хочешь. Конечно. А этот сама она жесткая? Да нет, нормально. Ну-ка, она такая. Где моя щетка? Средняя жесткость, я так думаю, у нее. Вот сравним просто. Вот моя. Не трогай, руками не надо. Вот моя щетка идет. Это идет детская. Взрослая и детская. Вот здесь написано. По размеру отличается. Детская она поярче будет. Классно, да, Милан? Держи. Вот тут инструкция написана. Менять насадку не реже, чем один раз в 3 месяца при ежедневной и двухразовой чистке зубов. Угу. Ну вот они специально несколько штук продают, чтобы вот дети сейчас это одну Миланочку, одну Эдвину. Подожди. И через 3 месяца у нас будет еще. Это что ли из Китая? Да, ну пусть откроет там же тебе одну. Ну вот так надо открыть с этой стороны, Милан, чтобы этот... Ну дай мама сделает. Пока нет уже подставки, куда ложить. А ты покажи браслет свой. Да, давай я открою это, покажи. Я наверное порежу. Милан, это долгая история, давай быстрее. Наша вся щетка? Угу. Только это, например, с Эдвином наша. Вот так, да, вот когда снимаешь, держи вот за это. За щетку саму не надо, чтобы не морать. Вот так. Такие же, как у тебя. Да. Вот это твоя. Вот эти новые, да? Да.
Ты сколько пользуешься, вот твоя использованная? Не знаю, не помню. Ты ее надолго хватает, в любом случае. Посмотри. Прикольно? Да. Ну все, теперь у тебя есть щетки. Нано-ионная щетка, Миланочка. Нано-ионная. Теперь зубки будут в безопасности. Мы Миланочке там один зубик делали. Ну, вот фирма, кстати. Да, Милан, пломбу ставили. Могу показать. Да. Ну, показать не надо, могут посмотреть на канале. Конечно. Вот, да, написано фирма. Да, фирма Хапика. Это идет взрослые, вот эти для детишек. Где же у меня щетки? Отличные щетки. Ну вот попробуй сама сделать. Одну штучку бери. Нет, вот эта штучка сзади должна быть, Милан. Или там без разницы. Милан, так не надо. Получилось? Она легко вставляется, там ничего сложного. Ну все, разобралась, Милан. А там Милан. Дальше попробуй заднюю почистить. Вот. Удобно? Нет, ты пока просто вот так вот подержи, она будет дребезжать. Чувствуешь? На зубик поставь щетку. А, сделай. Вы сейчас мне там десну поцарапаете. Да? Но она мягкая, но она не поцарапает. Но она не совсем мягкая, она средней жесткости получается, да? Ну, чисти, как обычно. Массаж, чистить. Да, делай? Массаж зубов. Такой пух. Уже держится. Ты на одном месте не делай, как так почистить. Я бы ты когда держишь. А вон там вот задний попробуй. Ага, такая еще говоришь. Задний попробуй еще и быть десну поцарапай. Я же не говорю. Десну тоже чистить немножко надо. Тут он тоже грязно себе грязь собирается. Милана пока не набалуется, да? Наиграется, а потом уже будем учиться нормально чистить. Ну все, всем пока. Рекомендуем эту щетку, можете тоже себе такую приобрести. Да, лучше приобрести, потому что она мягкая. Мягкая? И массажирует мозги, да, Милан? И нос, когда чешется, да, нос почесать, да. Простая в использовании, очень удобная. Ссылочка будет в описании, если кому интересно. Смотри, пап, сейчас смотри. Так.